Новый день дождливый. Зато пятница — это лучший день недели. Да, сейчас покушаем и пойдем играть. Ну а как вообще день сегодня прошел? У меня нормально. Домашнее задание не задали. Я же первоклашка. Ну и отлично. Фух, а мне задали домашку, но я ее не буду делать, ведь до понедельника еще время много. Тим, ну до какого понедельника? А если в субботу нас пригласят на день рождения, а в воскресенье мы пойдем гулять? Нет, давай ты сегодня сделаешь все уроки и будешь выходные свободные. А вдруг я на воскресенье все забуду? Не забудешь. Значит так, сейчас кушать, делать уроки, и это не обсуждается. А мне что делать? Машуль, а у тебя свободное время. Ты можешь поиграть во что хочешь. Ура! Хи-хи-хи! Честно, Маша играть, а мне учиться. Тима, завидовать плохо. Тем более, Маша на следующий год тоже будет делать домашнее задание. Так, на, переодевайся. Малявкам. Что ты там сказал? Иди уроки учи. Хи-хи-хи. Вот малышня, она еще злорадствует. Ой, как мне уже надоело играть в эти все игрушки. О, Бейблэйды, сейчас поиграем. Что? Какие Бейблэйды? Ты сама? Да, сама. Ты же уроки учишь. И как ты сама будешь играть? Соединю две запускалки. Не смей трогать мои Бейблэйды, а то еще поломаешь. Бей, не твои, игрушки общие, хочу и играю. Маша, не смей трогать мои Бейблэйды. Игрушки общие, да хочу даже сама Феникса распакую. Не трогай мои Бей. Так, посмотрим, что тут у нас. Так, запускалочка. Ого, какой красненький. Маша, это мне купили Феникса. Ой, Феникс. У него название девчачки. Значит, для девочек. Смотри, какой он красненький, гламурненький. А его хозяин со сережками. Ой, да он мой кумир. Тогда я заберу всех твоих Лола. Да забирай на здоровье, я не жадная.
Потом тебя мама наругает? Она хотела распаковку сделать. Не наругает. А ну, покажите. Ну, во-первых, не сломали. Об особенностях этого Бейблейда я расскажу на обзоре этого Бэя. А теперь скажите мне, пожалуйста, Тимофей, почему ты не учишь уроки? Маша, почему ты шумишь и ему мешаешь? Вот видите, подписчики ждали обзор на новый Бейблейд, а вы чуть его не сломали. Но я нечаянно, и я нечаянно. Ну что ж, теперь давайте сделаем обзор этого Бейблейда в следующем видео. Давай, давай. А теперь вы его запакуйте. А ты любишь делиться игрушками? Напиши в комментариях. И подпишись на наш канал.